Всех привет и правильного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 19 за Куб Гренингем. У нас впереди сильный соперник, это Аякс, который, если не ошибаюсь, мы как раз и проиграли в том матче. А почему у меня развитие игроков не пройдено? Я же сохранялся. Ну ладно, еще раз сделаем. Попробуем, конечно, по другим игрокам прогуляться. Что-то все слишком странно, мне это не нравится. Вратарей много стало. Среди молодежи. Так, окей, центральник. Тебя. Странный защитник обязательно качаем. Так, право-лево, давайте лево. Все, рассчитай всех. Все просто замечать. Так, это мы сделали. Так, что хотел я посмотреть по поводу состава. Да, он у нас, мы его купили, все замечательно. Ладно, пропускаем два дня и переходим к матчу против Аякса. Игра против Аякса будет. Игрок продан у нас. А, тогда я приобрести игрока за 6400. Множество. Нападающий наш в прошлом сезоне. Отклоняя положение я. Ну, лучше в прошлом сезоне был. Вот еще у нас игрок. Он у нас как раз на продажу идет. Я согласен. На 520, тысяч фунтов. Пускай уходит он от нас. Игрок продан. Мы за 760 тысяч продали его. А 500 мы трансфер, нам на трансфер дали. Но это не слишком важно, потому что мы вряд ли будем уже участвовать в них. Давайте пойдем к составу. Состав у нас будет меняться. Некоторые у нас слишком устали играть уже. Даже вратаря поменяем, пускай отдохнет тот. Так, левый защитник. Правый. Правый полузащитник и левый полузащитник. Кто у нас вообще сам хороший? Тут ты у нас уже... Того перегоняешь полностью. И ЦО поменяем. Все. Не весь, конечно, состав поменяем. Но пускай тот центральный защитник сыграет. Еще у нас оно будет игра против ТХМ Лиги Чемпионов. Только в следующем месяце. В феврале. Мы переходим к матчу. Если я не ошибаюсь, в феврале же игра там у нас, да? В идее должно. Но мы играем в гостях. А мы, значит, получается, проиграли им у себя дома. Это очень плохо. Ну, без тренировки никуда, да? Давайте. О, не люблю это я. Блять. А чё мы играем против Аякса? Сразу тренируемся. И всё, пидор, блять. Ну ладно, переходим к матчу. Йохан Кройф Арена, Амстердам, Нидерланды. Именно здесь сегодня состоится матч, который мы будем комментировать для вас. Георгий Черданцев и Константин Генич, привет! Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы, в общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Здорово реализуют моменты сегодняшние гости. И подошли они к этой встрече с рекордом лиги по забитым голам. И, конечно, попробуют свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать.
Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для... Вратарь наш бывший. ...дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится. Они поражений же не получают в этом сезоне, да, если не ошибаюсь? Аякс, да, такой есть у нас повар событий. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Важный матч, очень важный матч для нас, потому что нам надо бороться за... А у нас первый одинаковые по очкам у нас в данный момент. Мы стоим впереди, потому что у нас по голам. Просчеты, блядь, как мы не успели это перехватить. Ну чё, блядь. Аякс у нас стремится к воротам, но при этом у нас перехватывает полузащитник спокойно и даем пас вперед. Посмотрим, что дальше. И тут еще один пас, и тут на один-один почти с вратарем, но только на нем сидит. И мы по воротам и забиваем гол. А это не он, что ли? Он первым занимал. Я вот имени просто не помню, фамилии точнее его. Ну чё, забиваем гол Аяксу. Быстрый гол у нас, как всегда, начинается. Быстрый голом начинаем играть. Как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Защитник у них обломился. Чем еще можно объяснить вот такую вальяжность действия к защитнику? Замечательно был гол. Ну что, переходим дальше. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Давай, минимальное преимущество. Владимир Дарин. Спасибо за мяч. Похоже, эта атака закончена, мяч они... Ну чё, бля, так задите, что ли? Интересно, они... а это нарушение было. Да, нарушение. С этим я согласен. Ну, карточку-то надо было дать им, чё, с ума посходили. Мы дадим тут спокойно пас. И будем туда прям в атаку, блядь. Тут за нам, блядь. Хорошо отыграл. Хорошо нашего игрока обманул. Я не ожидал, так быстро будет. Но мяч перехватываем, наш себе мяч. Да, блядь, ну это хорошо играет. Могут еще в этом матче нам показать, я думаю. И тут у нас на 1-1 почти с вратарем, но, увы, у них ничего не выходит. Наш защитник справляется с этим... с этим нападающим. Ну, мы продолжаем игру. Делаем удар на борьбу. Неплохо атака развивается. И разрезающий пас на ход. От хороший момент, но это мимо. Мимо. Нам просто данный момент везет против Аякса. Они хороши, прям выглядят. На них видно, они хороши. И все, тогда мы увидим гол в этом матче. Бля, вот это очень грубоватая игра была. Точнее... опасная была. Ну тут в офсайда, надеюсь, нету. Мы перехватываем. Даем пас. И тут, блядь, удар по воротам. Но он слишком слабый был ударом. И при этом мы ничего не сделали. Ну ты куда ты там пас даешь, а? Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Продолжает владеть мячом, но очень... Все, конец. Ну что, игра дальше продолжается. От души по мячу он приложился. Сейчас продолжаем игру. Блять, ну пас какой был неточный, и мы нарушили. По-любому будет карточка. По-любому нам дадут карточку. Желтая карточка, все по делу. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой всегда карается штрафом. Блядь, карточку фигово получить. Ну что, давай, прям, своим навесом. Бля, мы еще его на травму посадили. Ну это плохо. Я бы не хотел бы никакому игроку травму. Это очень плохо. Это его карьеры. Очень грязный подкат. И сейчас должно последовать наказание. Так можно всю карьеру испортить, особенно молодому игроку. Блять, догони. Есть, догнал. Быстро доставить мяч игрокам атаки.
Хорошо, может атака пойти дальше. Есть, ну давай, Борис, за это мяч. Нет, ничего у нас не получается, защитник Аякса справляется. Но мы все равно, пока мы идем впереди. Один гол. И мяч ушел от них, это замечательно. Да не тому. Спасибо за мяч. А, опять неточный пас. Навес, 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 навес. И удар по воротам, мы забиваем гол. 2-0 с Аяксом в гостях. Это просто супер. Это просто супер. И повтор голевого момента у нас. Обидный момент для вратаря. Мяча-то он коснулся, но все равно тот влетел в сетку ворот. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Ну, отчина, второй гол у нас. Восьмой гол у него в лиге. Восьмой гол. Надо посмотреть у нас бомбардиры. Мне просто интересно, у нас вообще лучший бомбардир в лиге. И кто у нас вообще лучший бомбардир. Тоже можно было посмотреть данный момент. Уже в середине у нас сезона идет. Бля, вот этого игрока надо нам поменять в втором тайме. Желательно с этой желтой карточкой, чтобы... Блядь, опасный момент, но вратарь утаскивает. Вратарь утаскивает этот удар. Просто справляется с этим ударом. Просто супер. Из нашей молодежной академии у нас третий, конечно, вернулся с аренды. Не попадает он в ворота вообще. Хороший был момент. Старался пробить на технику, но не хватило точности. Пас, блядь, не получается. Аякс снова мячом у нас. Прорывается к нашим воротам. Удар по воротам, но вратарь справляется. Блять, а вот это не точный удар. А, мяч от нас уходит на угловой. А, нет, от ворот, это от них ушел. Он пытается получать мяч и что-то придумать. Другое дело, что пока мало что получается. По защите тоже можно предъявлять претензии. Тем не менее, форвард должен открываться, искать зоны, стягивать защитников. Но пока мы этого не видим. Поздаем. Замечательно. Погнали. Через фланг атака пошла. И вот это кудрявый хотел от нас уйти. И мы забиваем третий гол. Что-то слишком легко для Аякса. Что-то странно. Что-то они посыпались. Это их не первое поражение в лиге в данный момент. Я думаю, вряд ли. Ну, фиг его знает. Все может быть. Такого было в жизни. Даже в FIFA у меня. Почему мы выигрывали с крупным счетом, но при этом проиграли. Ой, точнее, сыграли ничью. И это ничью ей вытащили. А вот еще один повтор, на этот раз другого ракурса. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает. Вообще супер. Очередной гол. Мы в этом матче побеждаем. Побеждаем. Владимир ударит. Что-то у нас какой-то стимул появился. Прям огромный. Прям лига у нас пошла вверх. Мы стараемся все вверх, вверх, вверх стараться. Стараемся, стараемся. Не теряем ни одного очка. Передача, нужно собраться. До последнего времени. Потому что это просто крак будет, если мы потеряем очки. Это неточный пас у нас происходит. Продолжаем на игру, смотрим ее. Хороший пас. Ну, увы, они проигрывают борьбу, но при этом мяч у них остается. Не остается. Тебе мы в атаку пошли. И контратака, блядь, у нас не получается пас. Мы даем навесом, блядь, по флангу. Навес, и мы забиваем четвертый гол. На 45-й минуте плюс 4. На 46-й. Ну, кажется, 5 плюс получается. А вот это гол я не ожидал. 4 гола Аяксу, блядь, в гостях. Что-то Аякс у нас упал прям в глазах. Ну, тут надо голевую передачу. Навес получился просто.
просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Вот смотрите, поймал момент, пробил, и вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Георгий, у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробиться второго этажа? Не знаю, я скажу правду, блядь. Где там у них защитники хорошо. Были? Но команда не замечает сопротивления соперника на поле. Такое молодцы, ребята. В первом тайме. Молодцы. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Кевин Фокт. Ну давай. Нет, облом. Замечательно, блядь. И тут опять у нас ничего не получается в данный момент. Похоже, эта атака закончена. Мяч они... Все, свисток. Закончился. Закончился матч. Счет на табло пока, по-моему, удивительный. Посмотрим, изменится ли он после перерыва. Да, посмотрим, посмотрим, что у нас изменится. 4-0, это крупным счетом в первом тайме. Второй тайм, я думаю, такой 100 голов не будет по-любому. Это 100%, такого не бывает. И бывает только очень-очень редко, особенно в FIFA. Блядь, ну тут пиздец, пасы пошли. Да еще, блядь, вы сознаетесь, блядь, еще в раздевалке после этого первого тайма. Охуеем вообще просто. Неохота мне 4 гола пропускать. Когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Блядь, и второй гол сразу, быстрый, блядь. Вот это Аякс после раздевалки пришел, блядь. Молодцы. Головой забивать непросто, но сухую мы уже не сыграем. Легко он это сделал. Голова не только для того на плечах, чтобы думать, но и чтобы ей играть. И все-таки влетает мяч в ворота. И это повод, наверное, сказать, что вратарь не виноват. Ну, он же не робот, конечно, но мы-то всегда ждем именно безупречной игры. Так что виноват в какой-то степени и голкипер тоже. Ну, увы, жаль, жаль, мы пропускаем быстрый гол в втором тайме. 4-1, преимущество не в 3 мяча отыграть практически невозможно. Ах, фиг узнает их, блядь, Аякса этого. Ну, если гол пятый забьем, было бы вообще замечательно бы. Продолжаем игру. Блядь, ну пас опять неточный. Вот интересно, чем эта активность закончилась. Ну что ты там творишь-то, блядь, непонятное. Но игра стоила свеч. Ай, блин, как плохо-то. И снова точно партнера отдают он мяч. Ну что ты там творишь-то, блядь, отними у него мяч-то наконец-то, блядь. О, наконец мяч у нас. И там у игроку даем пас, отчуменно просто. Ну что, переходим к паузе. Гайс, время, поменяем вот это вот. Лево вместо правого будет у нас играть сегодня, да? Скорее всего, у нас такой поворот событий. Подарил мяч сопернику. Ну, желтую карточку я и хочу... Ой. Вторую желтую получим. Конец будет. Решится ли судья показать ему вторую желтую? Блять, ну накаркал, пиздец, блять, а. Он даже замениться не успел. Встают на сторону своих игроков, и каждый жест арбитра... Вторая красная. Но это мало утешения, надо сказать, второй. Блять, я даже на паузу не успел переключиться. Отчуменно просто. Просто он не успел замениться. Все, блядь. Замена у нас не произошла. У нас игрок игрока, блядь, убрали. Мы играем в меньшинстве. Аякса большое преимущество, чтобы догнать нам по 3 голам. Вот они уже чувствуют себя хорошенько, блядь, здесь. Разгадали замысел соперника, не-не-не, мы это сделать ничего не можем. Они не завладели мячом. Есть пару событий. Тебя поменяем. И тебя меняем на него. Все. Вот такая у нас будет расстановочка в данный момент. Матч сыграно, последние полчаса игры. И вот-вот на поле появится свежий игрок. Этот данный момент полчаса будет для Аякса. Просто надо им забивать голы. Чтобы они хотели сравнять. Мяч входит в аут. Тем более от нас. На замену. Хороший матч провел. Тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть. Кевин Фокт. Давид Нерис. Владимир Дорида. Бля, это хуёво. И пробил он поворот. И мы пропускаем второй гол. Вот это поворот событий, я и говорил об этом.
Слушай, тут еще не факт, что мы победим спокойно. В этом матче, в втором тайме будет все наоборот. Или будет без голов, или будут они атаковать. Тем более у нас минус один игрок, это очень плохо. Это очень плохо для нас. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество. В два гола у одной из команд. А у нас осталось сколько играть, парни? Нормально, прилично время. На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяина. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Блядь, ни пасы не проходят. Снова точно. Закрытые все. Владимир Дарин. Очень хотят болельщики, чтобы защиту уйдем. Собралась, показала свой футбол. То, во что они играют сейчас, это я даже не знаю, как назвать. Недовольство трибун тут. Даем пас, но при этом он не успевает. И тут такой жестокий подкат делаем. Можем за это желтую карточку получить этого игрока. Вот. Навязывают ему борьбу. Да-да, нас прижали. Жестоко прижали. Блять. Владеет мячом команда и выбирает момент для опасности. Стараемся. И тут такой выход на поле, бля, один на один с вратарем. Ну прям вратаря мы ударяем. И вратарь в руках мячом. Оценками. Смотрим дальше. Видмир. Владимир Данин. Давид Нерис. Ну и в кубке мы их проиграли в первом раунде. Кубок нам, конечно, видать уже. Нидерландского. Но лигу-то можем еще посражаться. Пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Так, быстро пасы давать, быстро пасы. На это, блядь, глупый пас вообще просто. Не было там игрока, он решил перейти назад. 9 минут играть в основном времени этого матча. Владимир Дарин. Есть свободное пространство на фланге. По флангу. Блядь, так разогнался, блядь, а. Есть вариант развития. Блядь. Нарушение, замечательно. Желтый, они всем желтый раздают, блядь. Третий желтый у нас. Одного нашего друга вообще просто, нашего игрока, блядь. Красную. Воткнул, падла. Ну что, продолжаем игру. А мы решили поворотом ударить. Ну прям в стенку. Прям в стенку был удар. Бля, ебать он, бля, по щеке получил, бля. Слава богу, это все ж... компьютерный игрок. Ну бей давай! Не, не хочет. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру. Фигово. Посмотрим, кто покинет поле. Видмир. Замечательно просто. 3 минуты. Есть возможность. Мы атаку идем, у нас все замечательно просто. Тут может что-то. Да блять, ну как тут не забить гол-то? Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было. Да, у нас желтый еще висит на одном еще игроке. Ёб твою мать. Все, свисток. Заканчивается этот матч со счетом 4-2. Мы одержали победу Аякса. Это просто замечательно, это просто замечательно. Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Можно похвалить команду, молодцы, команда, отыграли хорошо. Сделали мы, что смогли, это еще не основной состав у нас. Играл в этом матче, ну а Аякса мы все-таки выдержали. Забили у нас 4 гола в первом тайме, но в втором у нас не повезло, они быстрый гол, потом красная карточка, а после красной карточки мы пропускаем еще один
второй гол. И со счетом 4-2 мы заканчиваем этот матч. И давайте посмотрим общее сведение. Общее сведение 2-4, ударов 9-9, ударов 4-8, владение мячом 54-46%, отбор мяча 3-3, нарушение 2-3, желтых 1-2, красных 0-1, травма 0-1, угловой 1-1, точные удары 44-88%, точные пасы 86-83%. Вот так в данный момент у нас прошел матч. У нас игрок сделал хет-трик. Он получает 10, что имеет голов. И может даже больше уже. Это противники у нас сыграли. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Так, по турнирной таблице у нас такой расклад, что мы поднялись на второе место. Получается у нас Аякс и вот эти Юнтрент проиграли, получается у нас. И мы переходим на второе место. С ПСВ у нас будет борьба. Так же, как и в данный момент у нас с первого по четвертое место борьба будет идти, потому что пятое там слишком далековато для нас. Ну, почти 9 очков, может, грубо говоря. Девочка тоже, блядь, 3 матча проиграл, и он может войти. Это тоже еще знак вопроса, но все равно же как-то более-менее. Вот такой у нас момент таблицы наша. Такая у нас таблица. Ну ладно. Таблицу мы еще раз вернемся. Не раз. Это я знаю об этом. Все будет изменено. Переходим к календарю. Пропускаем 3 дня. Так, ПСВ у нас сыграл. Это у нас... сыграл только. И что, ничего, что сыграл? Да, они ничего сыграли. Значит, мы остаемся в любом случае, в любом раскладе на втором месте. Такое пару событий. Ну ладно. Не слишком важно, переходим к моему составу. Понятно, желтой карточкой ты у нас играть не будешь. Ой, красной карточкой ты у нас играть не будешь. Значит, ты выходишь у нас ты. Окей, ты у нас выходишь сюда. Центральный полузащитник 58. Вот 63 у нас есть. Так, врата у нас остается. Все. Только защитника меняем, больше мы ничего делать не будем менять. И ну, левого полузащитника тоже меняем. Пускай сыграют те, которые у нас редко играют в данный момент. Ну что, переходим к матчу. 22 января 2023 года у нас проходит, дальше до сих пор проходит трансфер, но мы не будем трансферу участвовать уже в данный момент. Ну ладно. Что? На что хотел-то? Этот матч я не буду записывать, увидимся в конце лучших моментов матча. Ну что, господа, мы снова здесь, давайте посмотрим лучшие моменты матча. Промах на 32 минуте у нас, противник у нас атаковал, но он при этом промахнулся по нашим воротам. Счет остался ничейным, да? Повторим за игроком, мы точнее за комментарием. Ну что у нас дальше? Дальше, красная карточка на 43-й минуте. Ну да, тут подкат был со спины. Этим я согласен с судьей, потому что это была грубая ошибка, и он получает у нас красную карточку в этом матче. Он даже уже без мяча был. Нарушитель, выйди вон, это прямая красная. Окей, продолжаем. 53 минуты, первый гол у нас забитый был. Всего лишь на 53 минуте. И это гол! Выходят они вперед. Отлично сыграли и ничего удивительного. Они умеют это делать как-никак. Лучшая атака лиги именно в этой команде. Заебись. Дальше. Нет гола на 63-й минуте. Это удар. В перекладину. Не знаю, зачем нам смотреть еще один повтор. Все и так очевидно. Да, там и близко. Да, вот это если не перекладину, было бы супер. Могли бы и забить гол. Окей, продолжаем дальше. Что у нас? Дальше мы на 79-й гол забили, но это 11-метровый у нас был.
Наш игрок спокойно взял и забил гол. Он даже не был готов, вратарь. Ни к чему. Так, промах на 88-й минуте. Бля, тут хоть поймешь, кому чего по мяч уходит. Ничего не понятно вообще, творится какой-то беспорядки в защите. Защита у нас в этом матче играла не основная. И все, 2-0 за счетом мы побежали в этом матче. Сухую в гостях, давайте посмотрим общие сведения. 0-2 по голам, ударов 6-13, ударов створ 0-7. Владимир еще 49-51%, отбор мяча 3-4, внушение 2-1, желтых 0-0, красных 0-1, травма 0-1, офсайдов 1-0, угловые 0-4, точность удара 0%, 53%, и точный пас 83-83%. Вот такой у нас матч произошел в дождь. Мы себя опять играем у себя в гостях, мы самым главным заработали 3 очка, это самое главное, что надо было сделать в этом матче. Все остальное не столько важного было. Хоть даже со счетом 1-0 бы замечательно было бы. Так, у нас переходим к развитию игрокам. Таблицы мы сейчас перейдем. Письмо потом перейдем. Так, тут понятно все. Цапа надо прокачать чуть-чуть. Центрального защитника. Так, давайте левого. И вратаря. Смотрим. Да, повышение у нас получается сразу 4 игрока. Это просто замечательно. ЦАП 68, центральный защитник 64, и левый защитник 64, и вратарь 77. Супер, еще одно очко, блять, он будет догонять того. Давай, ну что у нас по турнирной таблице? По турнирной таблице у нас такой поворот событий. Мы зарабатываем 3 очка. Аякс у нас ничью тоже играет почему-то. И мы на 3 очка отрыванием от третьего места. Ну, ПСВ, мы потихонечку следим за ними. Точнее, следом идем, стараемся. Надеюсь, все впереди у нас будет. Но ПСВ сильнее, чем Аякс, на самом деле. У нас в прошлом сезоне мы 2 раза им проиграли. В этом сезоне я не знаю, сможем мы выиграть или нет. Без понятия. Ну, ладно. Что я хотел еще? Я хотел зайти в состав и посмотреть центр управления. Да? Да. Статистика. По голам 16 у нас поляк, которому купили, 16 голов забивает у нас. У нас Лиги Чемпионов, если не ошибаюсь, 4 гола и 8 игр. Голых паса 3 сделал. Это получается лига, он 11 матчей сыграл, 12 голов, 6 из них пасы. Это что, голых пасов, что я не понимаю? Ну что за ГГ? Г второе. Г пропустил, что ли? Я не понимаю. Ну рентик 8 он имеет. Короче, он за все это время сыграл 20 матчей. А, это это сухих матчей, что ли? Ну ладно. Это получается, у нас 20 матчей он сыграл, 16 голов он забил. Это просто замечательно. Второй у нас форвард. 29 матчей сыграл, 14 он забил. И голых пасов 10. Значит, тот у нас вообще голые пасы не дает, а этот голые пасы дает. Ну, и 29 игр сыграл. Молодчина. И ЦАП у нас тоже аргентинец, который мы приобрели в этом году. 15 матчей сыграл, 17 забил, голых пасов 5 сделал. Супер просто. И еще один у нас. 5 голов забил, 12 пасов сделал. Понятно, кто у нас больше всего правого защитника, а вратаря еще нету. Охуеть, вот эта статистика у нас. 5-5, 10 получается, нихуя себе. А то получать попал на то, что сухие были так. Ну ладно, окей. Ну ладно. Все, мы посмотрели, кто у нас лучше. И я хочу таблицу видеть. Ой, простите. Так, выбор турнира мне не нужен. А, я не так, не туда.
Вот она у нас голов. Голы, голы, голы. Наш занимает второе и четвертое место в данный момент. И недалеко мы отходим, на самом деле. У нас шансов в матче с игроком 20. И недалеко мы уходим. Нас еще могут победить в конце этого сезона бомбардиром. Ну ладно, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всем удачи вам и пока.